Здравствуйте, мои зрители, мои подписчики, мои клиенты и мои консультанты. Сегодня мы с вами поговорим о бальзамах. Сейчас наступила весна, и у многих возникают различные проблемы с суставами. Ну и, скажем так, основная проблема – это головные боли. Откуда берутся эти головные боли? Ну, одна из причин – это наша шея. То есть я на себе все это испытала, все вот эти вот прелести шейного остеохондроза. Но если учитывать, что человек периодически занимается, а я периодически занимаюсь собой, это и массажи, и зарядку делаю, вот, то есть я собой занимаюсь, и тем не менее, иногда резкие перепады температуры, резкие... Но вообще смена времен года, оно все равно отражается. И вы знаете, что я делаю? Ну, конечно, когда очень сильно болит голова, конечно, мы пьем таблетку от головной боли, каждый пьет свою таблетку. И частенько, ну, во всяком случае, я слышала... Вот, ну как вот, приходишь ты на работу, да, и тебе говорят: у меня болит голова. Я говорю: а где, откуда твоя головная боль начинается? Шея. Первая очередная проблема — это шея. То есть мы пьем таблетку от головы, и, естественно, нужно растереть шею. Шею лучше растирать от основания черепа. У нас здесь вот есть такой выступ на черепе, включая 7-й шейный позвонок. И, конечно, лучше всего растирать плечи. Вот здесь вот плечи, все это вот хорошенечко вот так вот все это надо разминать. Вот, вы знаете, это происходит не только у людей в возрасте, это такие проблемы происходят и у молодежи. То есть, если меня кто-то из молодежи смотрит, вы, пожалуйста, это не игнорируйте, потому что наши болячки, они почему-то молодеют. Вот, то есть мы растираем шею, обязательно очень хорошенечко разминаем. Если у кого-то там хондроз, там вот этот вот хохолок на 7-м шейном позвонке. Кстати сказать, эти хохолки все прекрасно убираются, если вы обратитесь к массажисту. Вот, кстати, вот я сейчас вот даже немножечко себе так вот поразмял и уже чувствую, что как-то какой-то приток пошел. Вот, значит, плечики обязательно. И если есть кому сделать массаж, лучше, конечно, брать весь шейно-грудной отдел. Вот, а лучше вообще, в принципе, всю спину. Естественно, это делается на ночь. То есть вы вечером растираете. Если голова болит днем, можно растереть днем. Вообще лучше вот эти вот все растирания их делать курсом. Вот, вы знаете, вот был у меня такой случай. Женщина, моя клиентка, говорит: Тань, ну что ж такое, голова и болит, и болит, и болит. Я ей говорю: а вы пробовали свою шею растирать? Я говорю: ну вот вы купили живокост, у вас же лежит дома живокост, корень. То есть я ей приносила заказ, и я прекрасно знаю, что у ней лежит в ее холодильнике, у нее дома. Она говорит: да нет, вот пью, говорит, таблетки, а вот что-то таблетки как-то временно что-то поможет, и все. Я ей объясняю, что, ну, вот тоже женщина в возрасте, она даже старше меня. Я ей объясняю: возьми живокост, можешь даже живокост смешать с корнем, растереть свою шею, причем от основания и до 7-го шейного позвонка, и включая плечи, и накинуть. Вот, знаете, я даже специально вот приготовила, обычно вот обыкновенная хбшная такая вот полотенчика, сложила и вот так вот укрыла себя. Все. И спать. Кстати, засыпается гораздо лучше. Голова успокаивается.
Если там какие-то погодные изменения, если какие-то обострения, конечно, это лучше делать курсом. То есть дней 10 подряд вы берете и растираете свою шею. Вот. И, соответственно, что нужно пить? Омегу-3. Я вот приготовила. Я теперь полюбила вот эту омегу-3 спортивную. Шикарный продукт. Он 2 капсулы в день, каждый день. Особенно у кого проблемы с сосудами, давление всегда. Вот меня, знаете, спрашивают, сколько пить? Я говорю, всегда. Это еда. Это необходимая нам еда. Вот я вам даже покажу, как оно выглядит. Вот, вот такие вот. Вот. Ну, скажем так. Даже не знаю, как лучше вам показать. Вот такие вот капсулки. Вот такие капсулки. Вот. Вот мы их пьем всей семьей. Всей семьей мы пьем вот такую омегу-3. Почему именно она? А, вы знаете, я когда первый раз ее попробовала, эту омегу, я сразу почувствовала, как расширяются сосуды. Представляете, вот я пила 3 мегавитал сибирский лен. Очень хороший продукт. Все замечательно. Тоже пила по 2 капсулы. Но когда я вот это попробовала, я сибирский лен просто перестала покупать. Во-первых, здесь больше. Вот, получается она, ну, наверное, экономичнее, не знаю. Но мне нравится действие этого продукта, вот этой омеги. Я почувствовала несколько дней подряд, у меня, вот как только выпиваешь, сразу как-то вот, ну, ощущается, как будто больше кислорода, что ли. Вот, вот я четко почувствовала, как у меня сосуды просто расширяются, и приток крови появляется больше в голове. Конечно, через несколько дней этот эффект пропадает, и я этот продукт просто стала воспринимать абсолютно нормально. Но вернемся к нашим бальзамам. Я сегодня решила снять вам немножечко по-другому видео, чтобы вы видели и сайт, и меня. Вот, и это очень удобно. То есть я могу вам на сайте показать наши бальзамы, чем вы можете растирать свою шею. Кстати, если у вас болят суставы, шея, поясница, коленки, локти, вот эти вот все бальзамчики, они будут хорошо работать на всех вот этих вот частях тела. Опять же, мы можем что с ними делать? Мы можем растирать, мы можем делать аппликацию, мы можем делать компресс. Аппликация. Что такое аппликация? Тем, кто не знает, это когда мы берем на какую-то, ну скажем, бинт, кусочек марли, накладываем бальзам. Ну, опять же, в качестве экономии можно сначала этот бинтик намочить корнем. Есть такой бальзам корень, шикарное действие у него. Это отдельная, как говорится, тема. Корень — это совсем отдельный рассказ абсолютно. Значит, корнем смачиваем, кладем на этот бинтик бальзам и прикладываем к больному месту, к ноге, вот там, где болит. И оставляем. Оставляем до тех пор, пока это все не впитается, пока это все не высохнет. Что такое компресс? То же самое, только мы кладем под полиэтилен. И на ночь. И это действие будет намного глубже и, наверное, эффективнее. Это у кого больные, очень сильно болят суставы. Вот. Ну и естественно, если у вас болят суставы, конечно, нужно пить и внутрь наши продукты. Это хондроитин с глюкозамином. Кстати, опять же, есть спортивная серия. Так, ну мы вернемся с вами к нашим бальзамам. Вот смотрите, я захожу в здоровье и захожу вот сюда. Сибирские бальзамы. Вот там, где у нас бальзамы, сюда не надо заходить, потому что там старые бальзамы, и компания сейчас обновляет продукт, и она его делает, немножечко меняет состав, но этот состав становится эффективнее.
Вот, значит, вот я захожу сюда, сибирский бальзам, и щелкаю. И попадаем мы с вами вот в наши сибирские бальзамы. Вот теперь, вот видите, как все здорово. Теперь вы видите и меня, и наши бальзамчики. Значит, здесь у нас есть натуральный бальзам для суставов «Гибкий лук». И можете помазаться. Опять же, вот смотрите, я вот сюда вот щелкаю. И мы с вами открываем. Вот видите, мы видим цену. Мы видим описание. Вы знаете, мне теперь не придется вам все это читать. Вы сами все прочитаете, сами все увидите. Вот смотрим. Здесь у нас описание. Действует еще быстрее, значительно улучшает подвижность, охлаждает. И читаем описание полностью. Как работает бальзам? Видите, ментол, пихотовые ежевицы облегчают болезненные состояния, снимают чувство дискомфорта. Фермент папайи восстанавливает правильную структуру хрящевой ткани, улучшает движение суставной жидкости. Хондроитин способствует восстановлению хрящевой ткани и улучшает двигательную активность. Органическая сера улучшает межклеточное взаимодействие в тканях, ускоряет процесс восстановления. Экстракты окопника и сабельника, комплексы эфирных масел, эвкалипты, пихты, розмарина, ладана, гвоздики обладают естественным противовоспалительным эффектом, способствуют восстановлению хрящевой ткани и снижают чувство дискомфорта. Вы знаете, только сегодня приходила ко мне моя клиентка. Она у меня привилегированный клиент. И вот она заказывала для... Кстати, она работает в поликлинике. Вот. И там бабульки-санитарки заказывают у нее и гинкобелово-байкальский шлемник. И заказали в этот раз вот как раз два вот этих вот бальзамчика «Гибкий лук» и два «Живокоста». Знаете, я тоже эти бальзамчики заказываю, но у меня... Сейчас пристрастие появилось к другому бальзаму, к спортивному. То есть они вот у меня здесь вот стоят. Вот это вот я новый купила, новый. А это вот у меня уже, скажем, осталось его доиспользовать. И очень мне понравился бальзам восстанавливающий. О нем мы тоже почитаем сейчас. Вот. То есть очень эффективный. Тут у нас, вот видите, применение. Мягкими массажными движениями наносить бальзам на проблемные участки тела 2-4 раза в день. Ну, опять же, так, при ушибах, то есть опять растяжение, ушибы, опять же, что хочу сказать, переломы. Я помню, когда-то сломала ногу, чашечку сломала. Но тогда я не была в Сибирском. Вот. И что хочу сказать, я свою ногу разрабатывала сама и массажировала сама. Я массажиста не приглашала. Но ситуация была такая. Мне снимают гипс. Нога тоньше, которая сломана, тоньше нормальной, здоровой. Она у меня просто никакая. Она болтается. Вот. И мне предложили выйти на работу. Я врачам говорю, слушайте, вот, кстати, вот никогда этого не понимала. Вот позицию врачей никогда не понимала. Мне не предложили никакой восстановительной терапии, ни физио, ни массажиста. То есть мне вообще ничего не предложили. Всегда меня поражало вот такое вот отношение. Но зато предложили выйти на работу. Представьте, я работала в метро, у меня несколько станций, я должна... сумка с инструментом, там отвертки, гаечные ключи. То есть я должна вот с этой вот полной выгрузкой, с такой ногой, это, конечно, было, я не знаю, у меня столько было удивления и ужаса, вы даже себе представить не можете. То есть мне ногу просто забинтовали вот этим вот плотным бинтом. И предложили выйти на работу. Я говорю, слушайте, как я работать буду? Вы вообще понимаете? Нет, ну все, у вас больничный кончился. Ну, знаете как, слава богу, что мой начальник оказался нормальным, адекватным человеком. Вот, мне дали отпуск.
Вот, мой отпуск был где-то 3 недели. И вот представляете, за три недели я восстановила свою ногу. 3 недели. Я плакала, рыдала, я ее массажировала, я ее разрабатывала. То есть купила книжку, как делать массаж, то есть сама себе массаж делала. И купила в аптеке бальзам, вот на тот момент, не буду скрывать, Астин. Называю Астин вот такой бальзамчик. Вот, он натуральный бальзамчик. Я не знаю, вот сейчас вот продается он в аптеке, нет. Вот, но когда я попала в сибирское здоровье, конечно, я переключилась вот на эти бальзамы, и в аптеке я уже ничего такого не покупала. Вот, я что хочу сказать, вот бальзамы, они помогают при массаже, они восстанавливают лимфоток, кровоток, улучшают состояние мышц, то есть снимают тонус мышц. Вот, и вот я восстановила себе свою ногу. Представляете, сама восстановила. Я вышла на работу, я уже через 3 недели, я уже нормально, полноценно работала. Конечно, я прихрамывала, и один недостаток остался при мне. Я не могу до сих пор долго стоять на этой коленке. Вот, ну, я и не рискую, не рискую. Вот, значит, вот у нас такой вот бальзамчик «Гибкий лук». Теперь мы возвращаемся на страничку. Значит, тонизирующий, ну, расслабляющий бальзам. На него, его сейчас нет в наличии. Он был по акции. Кстати, акция на него и сейчас есть, но его очень быстро разобрали. Вот этот вот у меня, вот этот вот бальзамчик. Вот он. Я вам его сейчас покажу. Я открою сейчас состав этого, значит, вот опять смотрите, полное описание. На 92% натуральный растительный бальзам. Моментальная помощь при чувстве дискомфорта и скованности движений. Вы знаете, это реально так. Этот бальзамчик создан специально для шеи и для поясницы. Но я им пользуюсь еще и на спину. У меня есть такое проблемное место на спине. Один позвонок, скажем так, немножечко... Ну, проблемный он. Это где-то чуть ниже лопаток. И вы знаете, когда меняется погода, особенно к теплу, получаются такие... спастическое ощущение. Вот этот бальзамчик, вот эту спастику снимает просто на раз. Вот, мне просто, либо я беру массажер, лапонька у меня есть, либо мне кто-то из домашних растирает спину. Я ложусь, либо жду, пока сижу, пока эта спастика пройдет. Но дело в том, что вот этот бальзамчик снимает ту самую спастику. Вот, то есть этот бальзамчик очень хорошо мне подходит. Вот теперь я его, вы пока читайте. Наверное, вам сейчас это, вы ждете, пока я его открою. Вот, смотрите, вот такой бальзамчик. Так, я сейчас его, значит, нанесу себе на руку. Вот, он у нас, смотрите, он прозрачный. Он прозрачный. Очень приятно пахнет. Пахнет, знаете чем? Мятой. Вот. И, кстати сказать, он очень быстро впитывается. Очень быстро. Вот, что хочу сказать вот именно про этот бальзам. Он не воняет. А знаете, как бывает, что муж, жена, либо люди, которые просто живут вместе, у кого-то из них что-то болит, и вот он начинает растираться там камфорой, либо что-то там, какой-то другой бальзам. Вот он, фу, воняет. То есть, и человек не растирается по той простой причине, что, вот, кстати, сколько раз такое слышу, потому что очень ароматный, вонючий бальзам. Очень вонючий. И человек, который рядом находится, он говорит, фу, воняет. Вот, кстати, опять никогда этого не понимала. Ну вот что значит воняет? А ты вот себе представь, что у тебя эта коленка заболела. И тебе нужно эту боль снять, и тебе больно.
тебе больно, а рядом с тобой человек сидит и говорит, фу, воняет. Вот никогда этого не понимала. Но опять вот очень-очень приятный аромат. И вот смотрите, он очень-очень быстренько впитывается. Знаете, вот, ой, пахнет мятой. Мята, ментол, очень легкий запах, прям вообще. И очень быстро впитывается, кстати сказать. И очень быстро снимает вот эти вот все суставные, то есть он расслабляет мышцы шеи. Если мы шею мажем, вот все вот намазали, опять же в тепло укрыли, в тепло, и оно расслабляет, и боль, она стихает, стихает, потихонечку, потихонечку боль. О, все, 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 рука уже сухая, все. Но надо обязательно укрыть, потому что оно будет холодить, и вот это вот холодение, охлаждение, охолаживание, не знаю, вот. То есть оно будет, вот я чувствую, что вот оно и, ну, чувствуется вот это вот действие, вот. То есть этот бальзамчик, он очень хорошо расслабляет мышцы, расслабляет, то есть убирает вот эту скованность, приток крови улучшается, лимфоток улучшается, и головная боль проходит. Выпить еще таблеточку, если сильно голова болит, ну я опять про голову говорю, вот. Или поясница, вот сковала поясницу, ведь радикулит и вот эти вот все, вы чувствуете какой-то дискомфорт в пояснице, вот это вот то самое. Вот, и вот теперь смотрим, что у нас про него написано. А на 92% натуральный растительный бальзам, моментальная помощь при чувстве дискомфорта и скованности движений. Кстати сказать, вот хочу... вот раньше у нас был вот такой бальзамчик, вот такой, и там еще присутствовала камфор, но он у меня уже кончился, я им раньше пользовалась. Здесь состав немножечко другой, здесь нету камфоры, вот этого согревания нету, такого резкого согревающего, и здесь был запах немножечко другой, он был более резкий, но... опять же тоже был, ну, мы про него уже не будем говорить, потому что его в продаже больше нет. В продаже есть вот такой, то есть он появится, его просто разобрали. Вот теперь давайте мы про него почитаем. Значит, на 92% натуральный растительный бальзам, моментальная помощь при чувстве дискомфорта и скорости движений для всех, кто проводит много времени за монитором в сидячем положении, не понаслышке знает, что такое скрутило шею и поясницу, испытывает дискомфорт в области шеи, особенно в ветреный осенний-зимний период. Как работает бальзам? Экстракт корня дуба, не буду ломать язык, содержит большое количество регенерирующих компонентов, которые помогают клеткам быстрее справляться с оксидативным стрессом, воздействует на болевые процессы, успокаивает кожу, снижает выраженность воспалительных реакций. Ментол, камфора, ну-ка, может быть, я что-то не то открыла? Нет, то камфора, все-таки камфора. Так, ну-ка. Угу. Вы знаете, вот на тюбике про камфору ничего нету. Масло росло. Так. Ну, что хочу сказать, меня это радует. То есть они еще и дополнили состав. Ментол, камфора, масло мяты. Здесь, кстати, был у нас ментол. Вот. Масло мяты активизирует микроциркуляцию в коже, улучшая обменные процессы и способствует снятию воспалений. Знаете, вот я чувствую, как он греет. Ну, греет. Вот я хоть его не укрывал, вот чувствую, греет очень хорошо.
Так, процессы способствуют снятию воспалений. Используйте бальзам во время курса массажа или в качестве соцсредства при внезапно возникшем дискомфорте. Вот я о чем вам и говорю. Вот, у меня между лопаток скручивает, особенно когда идет резкое потепление. Вот. И вот оно дает вот такой вот эффект. Поэтому я вам очень советую этот бальзамчик. Так. Ну, это я вам прокручу, чтобы вы видели, что там дальше. Так, состав. Здесь мы можем состав посмотреть. Вот. Ой, и мята перечная, и ментол. Все тут у нас есть. А я-то думаю, что ж он так классно действует, да? Вот, а я еще прочитала состав вот на тюбике, даже немножко расстроилась. Думаю, ну как так, камфору убрали? Нет, не убрали. Так что пользуйтесь себе на здоровье. Вот этим вот. Имейте в виду, классный бальзам. Сос, просто как... Так, теперь дальше давайте мы с вами посмотрим. Мы с вами вернемся к бальзамам. Это видео будет немножечко дольше. Вот. Но я думаю, что вы его досмотрите до конца, потому что, ну, здесь реально классные бальзамы, и мне бы хотелось до вас донести всю информацию в этом видео про бальзамы, которые есть в Сибирском здоровье. Потому что они действительно, они реально работают. Значит, тонизирующий бальзам для ног. Он у нас будет скоро в продаже. Это бывший горхон. Опять, то есть вот в этом бальзаме собрали все полезное, все самое сильное, что можно взять для ног. Чтобы наши ноги, это у кого варикозы, кто много на ногах находится. Вот я быстренько вам прочитаю, чтобы... Мне очень хочется еще про спортивный бальзам вам рассказать. Почувствуйте легкость в каждом шаге. Тонизирующий крем, богатый ценными природными компонентами, возвращает ногам ощущение комфорта, улучшает кровообращение в коже. Натуральный состав на 95%. Знаете, вот от себя хочу сказать вот про этот бальзамчик Горхон. Горхон ручей он раньше назывался. И еще был такой бальзам лед. Наверное, я не знаю, они лед вернут, не вернут в продажу. Ну, вот недавно совсем я его покупал, этот бальзам лед. Вот. Что эти бальзамчики делают? Вот я сама лично на себе испытала действие этих бальзамов. Много находишься на ногах, ноги отекают, едешь в электричке, то есть долго сидишь. Ноги отекают, ногам становится тяжело. И когда ты вечером приходишь домой и хочется, чтобы эти отеки быстро-быстро сошли, естественно, помылись, и ноги нужно растереть. Еще очень хорошо помогает, когда сделать еще зарядку для ног. Я это ощутила на себе. Вот, мне этот эффект очень понравился, когда вот вы ножки вытягиваете и стопы туда-сюда, на максимум туда и на максимум сюда. Еще стопами вот так вот покрутить в одну сторону, в другую. Кто-то скажет, у меня там с венами все плохо, там ноги там не шевелятся. Знаете, это надо делать, потому что у меня была точно такая же ситуация. Ноги не крутились, не шевелились ни туда, ни сюда, но тем не менее я это делала. И с каждым разом это все происходило легче, легче, проще и проще. То есть ножки вытянули туда, сюда, покрутить в одну, покрутить. Пальчики опять можно раздвинуть, сдвинуть. И вот эти вот несколько таких вот минут 5 вы позанимаетесь, и ваши отеки сами по себе, они уходят. Сколько раз я за собой это наблюдала. В электричке 1,5 часа, плюс где-то минут, а если еще дачники едут, это минут 30 еще в маршрутке. То есть ты приезжаешь домой, ноги тяжелые просто. Сумасшедших, конечно, отеков нет.
Вот. Но ноги реально тяжелые и, конечно, маленько припухшие. Вот. Поэтому и потом после этого в ванну и вот этим бальзамчиком и баньки. Вот так вот. То есть вот эти бальзамы, они реально хорошо помогают. Вот опять, как работает? Так. Видите, вот как применять отечность ног, усталость и тяжесть в ногах после физической нагрузки, длительной ходьбы. Вот о чем я вам говорю. Регулярное ношение обуви на каблуках или неудобной колодкой, затрудняющей микроциркуляцию кожи в коже. Проявление варикоза, капиллярная сетчатка. Вот вам, пожалуйста. Как работает этот крем? Активизация кровообращения в коже. Так, вот это вот все, это вот, знаете, тут у нас и ниацинамид, и кофеин, экстракт конского каштана, иглицы, листья винограда. Я говорю, что в этом бальзаме собрали все. Мы приходим в аптеку, мы видим там экстракт конского каштана там, или там вот согревающий эффект, улучшение легкости, экстракта медицинской пиявки и горной арники. Повышение общего тонуса кожи, эфирные масла мята, лимона, кипариса и лайма. Вот в этом бальзаме собрано все. Вот скажите мне, что это плохой бальзам или он не работает. А эти бальзамы, они реально работают. Вот, как повысить эффективность крема? Совмещайте с массажем ног. Вы знаете, я это не читала. Это я вот только сейчас читаю вместе с вами. Вот, я вам просто говорю, что я ощутила на собственном опыте. Вот, совмещайте с массажем ног. Три простых правила для правильного массажа. Делайте движение от стоп к коленям снизу вверх для лимфодренажа. Вот так вот. Вот так. И ну, хотелось бы, конечно, показать вам, как это делается, но совмещайте круговые движения от пяток к икрам. Разминайте зону под коленями для дополнительной стимуляции кровообращения. Обратитесь за консультацией к эксперту в области здоровья во избежание наличия противопоказаний. Но это они всегда везде это советуют. Значит, этот бальзамчик мы с вами посмотрели. Так, теперь очень хочется мне вам рассказать вот еще про этот бальзамчик восстанавливающий. Я вот так вот, давайте мы его откроем. Его еще пока нет в наличии, он скоро появится. У него, вы знаете, вот как его использую я. Так, значит, у нас полностью натуральный бальзам с живицей. Универсальный спасатель для всей семьи. Значит, тут много всего написано. Вот я вам расскажу про него. Этот бальзамчик, он буквально меня спасает всегда от насморка. А, допустим, начинаются осень, весна, люди сопливятся. Опять же, зима, грипп, грипп. И вот сейчас вот этот вот коронавирус, вот этот вот бальзамчик очень хорошо закладывать в нос. Вот, я единственное, что чтобы не было аллергии. Вот я вам его показываю, какой он. То есть вот запах у него очень нежный. Вот, он такой вот прозрачный. Вот, он жирный. Он жирный. Вот видите, я намазала руку, и вот рука у меня жирная, жирная. Вот этим этот бальзам, сейчас я и руку свою вытру. Значит, потому что он реально жирный. Вот этот вот бальзам я беру на мизинчик и в нос, внутрь носа. И защищает прекрасно от вирусов, от насморка, смягчает слизистую. Знаете, как-то тут пришла в аптеку, и там женщина стоит и спрашивает у аптекарши: подскажите, вот
что-нибудь есть, чтобы помазать внутри носа, чтобы не образовывались вот эти самые корочки, ну, мы их козявками называем. Вот. Потому что сначала начинается наш насморк, начинается с чего? Что слизистые начинают сохнуть. У нас образуются вот эти вот корочки. И хочется оттуда все это убрать. Вот этот бальзамчик, он не дает сохнуть слизистой. Он убивает все микробы, и он очень хорошо заживляет всякого рода болячки в носу. И он предупреждает заболевание. Ну и, конечно, если вы чувствуете, что вы заболеваете, новамин. Новамин. 4 капсулы в день. Новамин. Шикарно работает. Но если уже заболели, температура. Я пила аж по 12 штук капсул в день. 10-12. То есть оно тоже реально защищает вот и от этого вируса. Вообще хочу сказать, что вот нам дают такую страшную информацию, как люди умирают, как они заболевают. И вы знаете, никаких, в принципе, рекомендаций. Люди носят маски, это да, это надо, все надо. Как говорится, защищаться нужно любыми способами. Но, на мой взгляд, единственный способ защиты – это усилить свой иммунитет. Как вы можете его усилить? Как вы можете себя защитить? А если еще и сопли текут, и еще этот вирус, ну вот представляете, какая адская смесь может получиться. Поэтому секрет лекаря, вот этого, как он у нас сейчас называется, сейчас я посмотрю. Так, это восстанавливающий бальзам, восстанавливающий. Вот этот бальзамчик в нос и внутрь новамин по 4 капсулы каждый день. Вот ваша программа, чтобы вам защитить себя от этих вирусов, чтобы вы себя чувствовали всегда хорошо. И оно реально защитит. Кстати, можете зайти на сайт и посмотреть про новамин. И стоимость, и все. Значит, теперь мы быстренько сейчас с вами смотрим описание. Полностью натуральный бальзам живицы, универсальный спасатель для всей семьи. Эфирные масла создают защитную пленку на поверхности кожи, способствуют ее восстановлению после воздействия солнца, мороза, ветра, укусов насекомых. Действительно, реально. Я вот этим бальзамчиком, знаете, мозоль у себя на пятке вылечила. Вот затянулась очень-очень, не мозоль, а я стерла пятку, не мозоль, стерла пятку. Вот оно очень быстренько все заживило. Экстракты растений, усиленные витамином Е, успокаивают кожу, помогая справиться с воспалительными процессами. Когда применять? Неглубокие раны от порезов, царапин, укус насекомых, начальные проявления простуды на губе, обморожение, солнечные тепловые бытовые ожоги, а также химические ожоги лица от косметических процедур. Вы меня слышите, да? То есть наматывайте себе на ус, что вот такой бальзам еще и от этих вещей. Сухая, обветренная, обезвоженная кожа. Раздражение кожи разного характера после бритья, опрелости при пролежнях. А как работает продукт? Базовые и эфирные масла создают защитную пленку на поверхности кожи, которая работает как дополнительный липидный слой. Сибирская живица, пчелиная пыльца, маточное молочко способствуют обновлению кожи и помогают ей быстрее восстанавливаться. Но это вообще, это... Главное, чтобы не было аллергии. Вот на это все, на медовые, чтобы не было аллергии. Экстракты, эфирные масла в сочетании с витамином Е успокаивают кожу, помогают справиться с воспалительными процессами. Но перед применением для там детям необходима консультация врача, тест на переносимость бальзама. Это все понятно. То есть прежде чем ребенка намазать или самому, нужно попробовать где-то вот на коже, на сгибе и посмотреть, как будет, не будет реакция. Вот. Но вообще я хочу сказать, у кого нету аллергии вот на эти все медовые, пыльцу, на пчелины, на живицу, вот этот бальзамчик, он просто шикарный, он просто шикарно работает. И даже если вы заболели уже насморком, насморк, вот это вот быстренько помогает все эти воспаления снять.
Вот, начинает отсмаркиваться, откашливаться, в общем. И плюс новоамин, естественно, это однозначно, это просто однозначно, это даже не обсуждается. Так, теперь еще последний бальзам я вам сейчас покажу, который мне очень шибко понравился. Вот, это мы уже заходим в спорт. Так, чтобы вы знали, где это искать, когда зайдете на сайт. Так, вот, восстановление и рост. Нет, наверное, восстановление суставов и связок. Вот сюда захожу. Спортивная серия, хочу вам сказать, что она подходит не только для спортсменов, но и для обычных людей. Вот смотрите, у нас есть тут такой продукт, как глюкозамин и хондроитин. Подходят для обычных людей. Мегавитамины для обычных людей. Вот показывала вам ультра омегу-3. Вот то, что я пью. Шикарная. Вот просто вещь. Вот очень нравится. И работает суперски просто. Спортивный восстанавливающий гель. Открываю его. Это последнее, о чем я вам хотела рассказать. А то мы и так уже долго с вами. Так, открываю его. Так. Вот у нас о продукте. Смотрите, здесь как красиво у нас все сделано. Восстанавливайся. Каждый второй спортсмен выбирает суставы, мышцы, связки. Натуральный состав. Широкий спектр действия, доказанная эффективность. Мне он очень понравился, потому что и боль снимает. И, ну, возможно, дороговат, но среди всех бальзамов он мне понравился больше. Вот, значит, смотрите. Первый. Камфора, ментол, магнолол. Расслабляет забитые мышцы, снимает дискомфорт в суставах, снижает напряжение в связках. То есть ушибы, опять же, после переломов, растяжение. Вот этот бальзамчик со всем этим работает. Дальше. Мультисульфонилметит. В общем, не смогла прочитать. Глюкозамина, гидрохлорид. Снимает воспаление, повышает гибкость, ускоряет регенерацию суставной и хрящевой ткани. Так, аллантоин, бензокаин. Ну, ребят, это уже обезболивание. Устраняет болезненные ощущения в любом месте, локализации, восстанавливает подвижность. И это я почувствовала, это я реально почувствовала на себе. То есть оно действительно снимает боль. Я хочу сказать, что у меня таких болей в мышцах, в суставах нету, нет. Вот, я все со своей многострадальной шеей, потому что шейный остеохондроз, вот, скажем, возраст, моя ужасная работа, с которой я уволилась, слава богу, вот, она свой отпечаток наложила. Ну, реально наложила, и мне еще после этого всего восстанавливается и восстанавливаться. Это и обменные процессы. Вот можете себе представить, пришла я на работу, на эту работу, у меня был 46 размер. И что из меня сделали? Неправильное питание, неправильное питье, нарушение обменных процессов, нервотрепки и прочее, прочее, прочее. Вот. Так, теперь глицерин, гидролизированный глюкозамин. Ну, так, улучшает проникновение активов, усиливает микроциркуляцию. Так, и дополнительные компоненты. Усиливают воздействие основного комплекса. Витамин В3 нормализует обменные процессы, снижает отечность. Вот еще что-то, активизирует клеточную активность, улучшает восстановление. Вот, вы знаете, вот все вот эти вот названия,
Вот, вы скажете, ой, химия. Нет, ребят, это не химия. Это, скажем так, химическое название продукта, который взят из натурального продукта. Вот, и это его химическое название. Дальше, эфирное масло лаванды ускоряет регенерацию, снимает неприятные ощущения. Не думай о боли, думай о результате. Ну и тут вот у нас все документы, материалы. В общем, все, что... Вот. И узнай, как получить со скидкой 25% этот продукт. Значит, я возвращаюсь к нашему. И я хочу вам его вот все-таки показать. Знаете, я открою новую. Вот, смотрите, продается он вот в такой коробочке. Я ее еще не открывала. Вот открываю при вас. Здесь у нас вот все на коробочке. Тут все это написано, подписано. Сроки действия. Вот. То есть это даже подарить классно. Вот если у вас кто-то из ребят занимается в тренажерных залах, вот, вот он у нас закрыт. Вот здесь вот такой, ну как замочек, наверное. Вот я этот замочек открываю. Вот видите, то есть все это, все закрыто. Вот, вот открываю его. И я его сейчас вот, чтобы вы видели, какой он есть. Вот такой вот. Вот такой белый. Запах. По поводу запаха. Так. Не вонючий. Запах есть, но не вонючий. И запах вполне приятный, очень приятный запах. Вообще хочу сказать, что вот гибкий лук, живокост, у них более запах резкий. Если брать вот этот вот бальзамчик, запах очень приятный. Просто вот прям хочется прям вот нюхать. Кстати, я до сих пор ощущаю на руке, как у меня она греется. Вот уже сколько я с вами, вот. И вот этот, он очень тоже быстро впитывается. Запах очень приятный. Прям очень приятный. Не вонючий. Вот, здесь чувствуется ментол. Вот. И он очень-очень... Кстати, ухаживает за кожей. Ухаживает прям. Я бы даже сказала, он в плане работы с кожей... Наверное, вот все-таки будет получше, чем вот этот вот. Кожа такая сразу мягкая, эластичная такая становится. То есть он пожирнее. Он пожирнее. Все. Видите, уже впиталась. Уже впиталась. Кожица мягкая. Она просто мягкая. Она получилась у нас мягкая, увлажненная. Все. Можно что-то надевать. Что-то носки, там что, брюки. И это не будет не пачкаться. А самое главное, что можно смело идти на улицу. Кстати сказать, вот после него, ну, минут, наверное, 30. Лучше это, конечно, делать дома. Потому что минут 30-40 надо, чтобы натерся или натерлась и в покой. Вы знаете, вот после всех вот этих вот бальзамов, после всех массажей, конечно, побыть в покое минут 30 просто необходимо. Просто необходимо, чтобы, во-первых, действие, чтобы оно было более полным действием. Ну, в принципе, я вам как бы что хотела, то рассказала. Теперь вы знаете, что есть вот такие вот замечательные бальзамы. Вот с такими шикарными составами. В аптеке вы такого не найдете. Это я вам точно говорю, потому что я в свое время по аптекам очень много полазила за разными бальзамчиками. Вот, потому что искала. Ноги в свое время очень сильно болели до определенного момента. Но это отдельная история. Вот, значит, что хочу сказать в завершении. Вот здесь внизу под этим видео есть ссылочки. Ссылки, значит, на регистрацию, ссылка на
вот эти продукты, вы это можете потом открыть, все посмотреть. Если захотите, вы можете это приобрести прямо здесь. Вот пройдете на ссылку, и он, видите, тут вот написано. Вот у вас откроется вот в корзину. Вот, и сразу можете совершить себе покупочку. Вот. Значит, задавайте вопросы. Но опять хочу вам, ну, скажем так, уточнить. Очень подробную информацию я даю только своим клиентам. Так что регистрируйтесь. А регистрация на привилегированного клиента здесь, внизу, под этим видео. Я, конечно, отвечу на вопросы, но подробную информацию даю. Я не могу, вот знаете, вот я не могу вам все рассказать. Вот смотрите, сколько мы уже с вами разговариваем, сколько я вам рассказываю, все хочется и хочется рассказать. Поэтому всю информацию я не могу вам дать. Как, с чем лучше, что попить лучше. Поэтому регистрируйтесь, и всю подробную информацию я вам обязательно дам. Еще вы можете со мной связаться в WhatsApp. WhatsApp я также найдете здесь под этим видео. Вы можете мне позвонить, можете мне написать. Мы сможем с вами обсудить вашу проблему. Вот. Опять пишите, звоните, но только до 9 часов вечера. Так что я тоже живой человек, я хочу тоже спать, хочу отдыхать. Вот. Поэтому по Москве. Да, по Москве. Вот мне сын тут лежит и подсказывает, что по Москве. Вот. Ну, а так, в принципе, все. Все ссылочки на продукт, мой WhatsApp, на регистрацию. Все это смотрите, они находятся здесь внизу. Задавайте вопросы и регистрируйтесь. Регистрируйтесь, будем с вами общаться. То есть отвечу на любые ваши вопросы. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.